Ladies and gentlemen, сегодня вы не зря потратите свои деньги, так как я более чем в ударе. И кто-то из вас уже готов разглядеть в моих глазах нездоровый блеск. Цель сегодня — это улыбаться над человеческим разумом, ни больше, ни меньше, и представлениями о том, что... Ух ты! Кто там? Врезался. Кого? Швейцария, там Восточная Европа, Западная Европа. В общем, он озолотился. Проблемы начались буквально там через год, через два. Потому что люди, которые приобрели и технологической базы для того, чтобы создать хорошие дизельные моторы. Так. Просто и начались. Кто так поворачивает? Пиздец вообще. Чего? Том повернул. О, не он. Ну и кто из лева прямо направо поворачивает? Из какого тут ряда? Какой тут ряд все может быть? Ехал по одной дороге. Тихо. Не видно, что я поворот не включила. Специально, чтобы загнуть сюда в этот пролет. Вообще... В глаза твои взгляну, и мы спасемся. Я растоплю погоны, на коленях приходят. Субтитры сделал DimaTorzok.
Кретин, люди-то из-за тебя пострадали. Что ли? Если он мне капот помял, блин, что мне теперь делать? Ты сейчас выйдешь, куда он сейчас на тебя налетит, еще как боюсь. Ну, видишь, на всех. Он ёбнутый, извиняюсь. Ну, конечно, надо милицию вызывать. Подожди. Нет, там ничего не другое. Ну, я не вижу, Зоя Григорьевна, мне выходить надо смотреть. Я поняла, но мы тебя отъедем, может, ты потом болеешь.
блядь, спутник-то, наверное, позвонил, и сразу трёшку. О, нихуя газелька. Трёшку зарядят, блядь. Ёбнуться можно, я такое первый раз вижу. Это пиздец. Поехали.